Легенда сегодняшних учений проста. Пожар в картохранилище. Сотрудник больницы начал тушить огонь, и ему стало плохо. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Эвакуировано было более 60 человек. Это то есть и пациенты, и сотрудники. Но где-то треть из них была сотрудников. Наш регистратор все-таки успел надышаться угарным газом. И поэтому спасателям пришлось его выводить, естественно, в маске и эвакуировать его в скорую помощь. Огнеборцы из 64-й пожарной части стали главными помощниками в учениях. Была задействована одна единица техники и личный состав, который помогал эвакуировать сотрудников больницы вместе с пациентами через эвакуационные выходы. Специалист государственного противопожарного надзора тоже следил внимательно за действиями работников Полевского здравоохранения, чтобы позже провести анализ. Такие мероприятия, учения у нас в основном проводятся на всех объектах. Ну, сейчас, так как у нас летняя оздоровительная кампания, в основном все тренировки по эвакуации у нас направлены на лагеря загородные, также лагеря юности. То есть мы смотрим, как у нас дети умеют эвакуироваться правильно, как их выводят сотрудники. И вот сегодня мы решили провести такое на территории больницы. Посмотреть, как сотрудники действуют именно здесь. Учения прошли в течение 30 минут, после чего поликлиника в северной части вошла в привычный рабочий график. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.